сегодня уголь привезли. 3200 тонн якобы стоит. Он каждый год привозит, уголь хороший. Вот Володя его принял. Никогда не смотрит человек, что снимают, не снимают, поговорит. Это свои верующие начинают прятаться. От хорошего не прячутся. Чтобы в интернете не знали. А что не знали-то? Вот сворачивает, сверху накрыта была палатка. Машина в частном порядке. Ну, маленькая там, сколько там, 1,5 тонны привозит. Сколько, Володя, здесь? Сколько тонн? И сколько у вас вес? 1,5? Тонна 800. Тонна 800. Угу. Значит, так и есть. Он обманывать не будет. Ну-ка, поднимается помаленьку. Батюшка дал денег. У него хватает денег, чтобы... Чисто. Вот еще даже сам маленький уголек, чтобы весь попал. Упал. Ну, на крыше у меня сидят голуби. Одни залетели, а другие еще тут колготятся. На крыше сидят, на трубах. И за трубой там он видно, сколько их. Ну, руки трясутся. Неважно, и снег идет, видно. Ну, Сибирь. Замечательно. Этот голубок коричневый подлетел. Вот и головка его. Хохлатый и с обножкой. Откуда он взялся? Не прилетел откуда-то. Один голубок не ест. Вылетел, не ест. Это уже все. Что-то есть. По старости или что списан будет. Сетка для того, чтобы сверху кошки не зашли. Вот этот стержень, по которому заходят кошки, он тоже железный. Раньше кошки лазили, сейчас все это жестью обито вокруг. Вот это вот спускается жесть. Все. Поехали. Вот. Человек работает. Вот она как, железо. Чтобы ни одна крыса не залезла. А вот эти вот, это из паранита. Если снизу полезет, то и все отбилось. И сетка дальше. И внутри полностью железом все. Они под шифер крысы залазили, молодняк поедали. Просто одна шкурка оставалась. Вот. Только след остался. Слава Богу. Все есть. И уголь кто-то добывает. Как представишь, как они под землей его долбят. Дышать нечем. Ужас. Мой отец как-то его туда, когда искал работу, в шахту, один раз залез. И теперь он пасет коров и плюнул, и говорит, да пропадем на пропадом деньги эти. Я тут хоть солнышко веду, воздух дышу. А это нет, говорит. А я это тоже одно время там маркштейдером или кем-то учиться хотел пойти-то. Отца послушал, думаю, нет. Я сын пастуха и вырос на поле. Как я под землей буду? Никак. Так, поправишься, Володя? Поправишься? Да. С Божьей помощью. Ну ладно.